Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Продолжаем Аманду. У меня уже есть все козыря, все пароли после первой серии. В принципе-то, мы можем сразу использовать сейф. Правильно? Я там немного перепутала. Пароль у нас 826, а я написала... Ой, а назад можно? Восемь, два, шесть. Хе-хе-хе. Отлично. Это конфетка? Это пауза? Давайте на телек используем. Класс! Я теперь могу останавливать... Привет. Останавливать видео, не пересматривать его полностью. Красный, оранжевый, синий, бежевый, картофель, сиреневый, желтый. Ага. Это вот сюда вот. В принципе, все понятно. Вот эти вот символы были на горшочках. Где горшочки? И нам нужно понять, как их использовать. Картофель. Сиреневый, желтый, фиолетовый, розовый. Одеть горшочки. Вот они. Вот они, эти горшочки. Мышеловка стоит для чего-то. Бла-бла-бот мы не можем использовать, потому что у него нет батареек. Но здесь написано, что его нельзя мочить. Может быть... А можно его как-то взять? Нет, его никак взять нельзя. С ним нельзя никак интерактировать. Окей. Тут вот какая-то подсказка. Явно. Давайте попробуем... Ну, любой возьмем горшочек. И подставим его под капельку. Вот этот вот, например. Это цветочек? Все, можно забирать? Что мне делать цветочка? Аманде дарить я не буду. Бла-бла-боту. Thank you, but that's not my favorite flower. Это не твой favorite flower? А-а-а, смотрите-ка, надо желтый было. Ну все, переиграть, наверное, не смогу, да? Где у нас там написано? Желтый какой? А можно и заменить? Желтый на 24, похоже, хорошо. Вот это еще можно нажать. CBF. Ой. Назад. Тут мы уже знаем все. CBF. CBF. No? Why? Вроде бы все правильно записала. Хотя, может быть, и нет. Я такая, да. Нет. Нет. Нет, какая-то луна. Нет. А где этот символ? Нет. Не поняла, этого символа тут нет. Еще где-то стоят горшочки? Вот он. Вот он. Мы можем подарить цветочек кукле. Но зачем? А можно я заберу?
А, все, теперь нельзя. Ну, как бы больше я ничего сделать не могу. Часы я могу сразу поставить. Тут я не помню. 6. 6:20, по-моему, здесь стояло. Хотя, наверное, часы тоже не будут работать. Все, остается только кассета. Вот можно останавливать. Hi, I'm Amanda. И чё? And I'm Wooly. Today we're going to make an apple pie. Пока что ничего не происходит. My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie? Ну, давайте напишем яблоко. That sounds delicious. Today we're going to make an apple pie. First, we need to cut the apples. Do you know what we can use to cut the apples? Может быть, ну нам нужен нож. Good job. О, появилось. Нужно использовать духовку и как-то выставить правильно вот так вот. Это должно быть вертикально, это чуть-чуть боком. Вот так вот, может? Ну, вроде бы я правильно поставила. Ой. Сори. Вывалилась кассета. Сыр появился. Мясной пирог, картофель, грибы, мясо. Разогреть духовку до 525 градусов в форме для пирога. Смешай мясо, картофель и грибы. Выпекай 50 минут и наслаждайся. Ну, сыр, наверное, в мышеловку. Она с этой стороны. Блин, надо было девочке другой цветочек. Ну! Фи, как мерзко. Мышку сюда. Грибы и мясо. Ну, наверное, чтобы сделать грибы и мясо, нам нужно использовать вот эти вот горшочки. Картофель это луна. А, грибы у меня есть. Так, а где луна? Вот она. Грибы у меня есть как раз вот там, где вода. Вот и грибы пригодились. Как быстро вырос картофель. Вот бы так в жизни. Хорошо. Сколько там градусов? 525. 50 минут надо поставить, да? 50. 525 градусов. Капец. Получилось
получен достижение переработка грызунов. В твоем районе. Я не помню, была такая кассета или нет. Ладно. О, это кассета, которую я уже понаходила. Тут еще свободно 4 места. Наверное, еще 4 кассеты есть. Может быть, одна из них появится, когда я куклу использую правильно. Дам ей цветочек нужный. А все остальное даже не знаю. Hi there, I'm Amanda. And I'm Wooly. Тут появился новый магазин. Это вот как-то считать. Ладно, пока что ничего нового Amanda, нет. Maybe some of our friends can come back to the neighborhood. That's great! I like that there are so many friends in my neighborhood. Today I want to send something special to my friend. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Знаю, вот. Good job! Let's go to the store! Let's pick out a card! My friend... something... Такого не было! That happened. What kind of card should I send them? Смотрите, исчезла надпись про блабота, которую я выписала. Интересно, а можно сейчас пойти использовать эту... музыкальную шкатулку. Почему она не открывается? CBF. CFB. Я же все правильно нажимаю. Там так и было. Ну ладно. That's not the right card. Не подойдет. Давайте эту. I don't think we want this. I think Amanda is confused. Лишь бы она опять меня не сожрала. Ну, вот эту давай. Here's a secret. It's my birthday. Maybe we can help her out. Твой день рождения? Go ahead and pick a card, friend. Sold out. Это уже продалось. Ну, okay. Are you sure that's right? I don't... It looks like it. I bet your friend is really going to love this card. My friend is... My friend... My friend is having a birthday! I want to get my friend a special treat! Where can I buy a treat for my friend? Well, I know! Вот Let's get вот... them some nice candy! Do you know where the candy store is? Great! What? Why did you do that? Now I can't find the candy store. I don't know where to go. Can you help me? То теперь все стало мясом. А мы можем остановить? Блин, ну кудряш бараш явно не ее друг. Она его убить хочет. Почему я не могу ввести пароль на музыкальной шкатулке? Ну вот здесь были сладости. Don't do that! В смысле? Я ничего не делаю. Чё орёшь? I don't want to go there. Придётся. I said I don't want to go in there. Жесть. No! Why is this happening? Мы её сломали. No! Why can't I stop this? This isn't the candy store. There is nothing here that I want. Maybe you can take us someplace else? I want to get my friend a special treat. Окей. Надо выбрать? А здесь просто лежит нож. Типа мы ему что-нибудь отрежем? Я не хочу ему ничего отрезать. Давайте сосисочки. I want to get my friend a special treat. Let me out of here! Wow, Amanda. That's a nice birthday card. Do you want to give it to your friend now? Will you address the card? Who should I send this to?
Знаете что? Мы еще узнали имя Сэма. Я тут тоже выписала. Это который создал этот детский мультик. Может быть, написать Сэм? I don't think it's their birthday. Сэм! The card is for someone really cute. Давайте Райли напишем. Райли? Нет? Ладно. Oh, Willy, it's your birthday! Печально, конечно. Что-то новое. Где мы пытались, мы пошли, ты забрала меня. Тут нужна какая-то последовательность? Почему не нажимается шкатулка? Я даже не помню, что здесь было. CBF. Ладно, это бесконечные попытки, я так понимаю. Окей, тут ничего не появилось. Да нет, вроде все то же самое. Ладно. Где? Сначала мы сюда пошли. Потом сюда, сюда. А, все правильно? А, тут рисунки поменялись. Тут конфеты, мясо. Магазин, конфеты, мясо. Гац. А видите, еще вот этот вот символ. Как бы еще раз намекает. Это пароль от замочка. Гац, тоже выпишу. Придется нам отрезать ей голову. Наверное, если бы я ей правильный цветочек повесила, тогда бы не пришлось никому ничего отрезать. Это не тот пароль. Вот здесь, по-моему, буквы. Да. G. Так, U. Назад. T. S. Нет, сюда, в эту сторону. Получен достижение заточка карандашей. А где она? Куда-то спряталась? Она не хочет, чтобы ей голову отрезали. Я не могу ничего сделать. Вы ее видите? Опять я все неправильно сделала, да? Ау-у-у. Красоточка, нам нужна твоя голова. Никого тут нет. Тут тоже никого нет. Ладно. Тогда берем кассету. Что такое семья? Что-то новенькое. Amanda. And I'm Wooly. Bah. Wooly just made an animal sound. He said bah because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? That's great. You sound just like Wooly. Я не бегала, лёд, что, обалдела? Wow, yeah. You sound just like me. Так.
Гроза надвигается. At a petting zoo. There are lots of animals here to pet and play with. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. They look different, and they don't talk like people. Amanda, I'm an animal, and I... Animals don't talk, silly. Look at these Капец, signs. Капец, она его заткнула. Let's make sounds like the animals on the signs. Are you ready? A goat says, meh, meh. A chicken says, a pig says, like... Wow. Fun! Animals make funny sounds. Do you have a family? Animals have families too. Let's go see one of the animal families. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? Ну вот. Great! Let's go see those silly chickens. Да что у него все silly? Бараш. Ой. Having a family is nice. I see a mommy chicken and baby chickens, and I see a daddy chicken. Look at the chickens. Do you know what the daddy is called? Как называется дэдди? Петух подходит. Но у меня еще есть Сэм. Дэдди. Может быть, здесь имеется в виду дэдди Сэм. Дэдди ее. Он же создал Аманду. Давайте напишем Сэм. Wait, what did Проблемы you say? С отцом. How do you... Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can вот ты пригодилась. Where we can find the sheep? А я не хочу находить овец. Посмотрите на него. Она с ним точно что-то сделает. Давайте к паукам пойдем. Ew, I don't want to see those. They're scary. Ну давай наоборот к ним пойдем, если боишься. Near... Флудин. Флудин это, наверное... Ливень? Не знаю, как переводится. Ну ладно, идем к барашам. Okay, блин, кудряш, прости. All the sheep are right where they belong. Blizzard. Хорошо. Это как-то нам в чем-то поможет? Ой, котенок. Hi, little kitten. Where is your family? Блин, она заменила кудряша на котенка. Looks like this kitten is all by herself. How do you think she feels? Что она чувствует? Грусть. Слишком много слов. Этот букв. Грусть. Нет. Одиночество, наверное. Одиночество. А почему тут три буквы? Я хочу помочь. Что такое? Что? Ля улыбится. Опа. Опа! А можно взять? Вот еще одна кассетка. Так, команда. А-а-а, я не могу пока что, пока не закончится. А че она так улыбится? Ну, сучка задумала уже что-то. Надо было нет нажать. Хотя, наверное, если бы я нет нажала, она бы меня сожрала. It's been 3 weeks since local television producer Sam Colton was reported missing, and authorities still have no leads. Colton is the creator of Amanda the Adventurer, the public access children's educational program that became a huge hit among area children. But with Colton's disappearance, the future of the show remains unclear. Last year, Hamlin Entertainment purchased rights to the live-action program starring Colton's daughter, Rebecca. As budget and production value increased, Hamlin reimagined the show as an animated series, planning to syndicate the program nationally. Hamlin's acquisition of the program and Colton's recent disappearance have raised some eyebrows. And to further fuel these concerns, new episodes of Amanda the Adventurer have had subject matter that has left local parents uncomfortable about the program. My kids are still really into that show, but it has changed. I mean, I walked in the other day and Amanda was talking about how mommies and daddies aren't always right. I mean, what is that?
That's not something you tell impressionable kids. Настраивает их против. I had to change the channel. I just told the kids that the TV was acting up. Спас своих детей. It's not yet clear how Colton's disappearance will affect the involvement of his daughter, Rebecca, the show's young star. We reached out to Hamlin Entertainment for an interview. While representatives declined to comment, they did release a written statement. We at Hamlin have concerns surrounding the nature of Sam Colton's abandonment of both our program and his daughter. We cannot speculate on his reasons for leaving. We do ask that the community respect the privacy of Rebecca Colton as she needs time out of the spotlight to process these disturbing events. For the time being, Rebecca's local appearances have been canceled, including the Kensdale Public Library fundraiser, Woolley's Readathon, this Saturday evening. Rest assured that Amanda is not going anywhere. Hamlin Entertainment remains committed to our vision for this cherished program. Despite this statement, authorities have not drawn any conclusions about the nature of Sam Colton's disappearance. We will share any future updates as the story develops. When we return, we'll check in with Zappo, the talking gerbil. Получается, этот Сэм создал передачу. It's me, your friend, Skip, and with me, as always, is my trusty dog, Chip. Мы типа заменили Аманду на чувака с собакой. Получается, еще раз, Сэм создал эту программу, детскую передачу. С ней что-то пошло не так. Его, наверное, первого Аманда украла, вот это вот чудище вылезло. А вот эта вот компания Хелмей, как она, вот тут написано, Хамейн, она как раз-таки занимается расследованием, потому что библиотеку со сбора средств идут пожертвования. То есть в этой библиотеке они занимаются этим вопросом. Занималась наша тетя Кейт. Она пыталась разобраться, как эта передача превратилась из милой детской в ужастик. И как пропадают люди. В общем, все взаимосвязано. Ну, наверное, так. Сначала вот это вот было. Потом вот это вот было. И чё? Надо кассету как-то вставлять. Тут-тут-тут-тут. Hi, friend. Ну вот. Сначала была гроза. Может быть, еще как-то с чем-то тут взаимодействовать, нет? Все, я поняла. Сейчас будем перематывать до того самого момента. Hi, friends! I'm Amanda. And I'm Woolly. Ba. Woolly just made an animal sound. He said bah, because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? Капец, она арбузер. That's great! You sound just like Woolly. Wow, yeah. You sound just like me. Ставлю на паузу. Вот оно. Тут стоит. Нажимаем. Что дальше? The thunderstorm goes. А, оно само меняется. Хорошо, ладно. Давайте эту красненькую положим. Вот сюда вот. Ага, положили. Продолжаем. At a petting zoo. There are lots of animals here. Лучше не перематывать. Play with. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. They look different and they don't talk like people. Amanda, I'm an animal, and I... Animals don't talk, silly. Look at these signs. Let's make sounds like the animals on the signs. Are you ready? A goat says, meh, meh. Капец, она стрёмная в этот момент. A chicken says,
A pig says, oink. Fun! Animals make funny sounds. Do you have a family? Animals have families too. Let's go see one of the animal families. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? Да, давай. Great! Let's go see those silly chickens. What a cute fib. Having a family. Блин, жалко тут nice. Мотать нельзя. I see a mommy chicken and baby chickens. And сейчас попробуем мы написать петух. I see a daddy chicken. Look at the chickens. Do you know what the daddy is called? The daddy is called a rooster. Что она на это скажет? Hen, and the babies are chicks. Some mummies eat their babies. Yum yum. Yum yum. Okay, let's go see some more animal families. Хорошо, что я первый раз так не написала. Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? Ew, I don't want to see those. They're scary. I don't want to go near... О, флудинг. Идем нажимать флудинг. В смысле? Это не то. Серьезно? Это получается последнее. Okay, ладно. Let's go. Look at the nice sheep family. All the sheep are right where they belong. Бедный кудряш. Blizzard. Что нужно сделать? Я не понимаю. Вроде бы я все правильно сделала. Заново слушать кассету. Окей. Сейчас попробуем заново это послушать. Первое я уже нажала. This kitten is alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Will you please help the lonely kitten? Won't you 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 help the lonely kitten? Ой-ой-ой. Тут это дичь, конечно. Won't you help the lonely kitten? Нет, я же хотела... Серьезно? Ага, в этот раз она не через окно зашла, а снизу. Ужасный конец, у меня уже был ужасный конец. Классно. В общем, я перематывала кассету много раз. У меня не высвечивалось предупреждение о торнадо. У меня были другие символы. Может быть, я что-то не так наклацала? Ну и в конечном итоге я решила попробовать ответить нет. И опять получился ужасный конец. Я даже не знаю. Тут нужна какая-то правильная последовательность. Открыть сейф. У меня все пароли, я он сохранила. Плюс нужно девочке сделать правильный цветочек желтый поставить. Или, может быть, ей не ставить желтый цветочек? Может быть, ей нужно все-таки отрезать голову?
сначала сделать все по правилам Аманды, а потом уже делать не так, как нам хочется. Не знаю. И можно использовать вот это вот новый код с буквами. Пока что непонятно. Я не понимаю, какую правильную последовательность сделать, чтобы у меня все вышло. Чтобы у меня был не ужасный конец, а какой-то ИСУН, еще двух. Тут получается наклеечки. Вот это вот наклеечка, это ужасный конец. Вот здесь вот что-то еще будет. И вот с правой стороны тоже наклеечка. Это третья концовка. В общем, как-то так. Может быть, если у вас есть какая-то схема правильной последовательности, что нужно сделать, чтобы выйти хотя бы на хороший финал или обычный, не знаю, какой он тут есть, то можете написать, с удовольствием почитаю. Ну а пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.